Всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить булочки зебра из дрожжевого теста в форме пирога. Я взяла один белок и целое яйцо, масло, сахар. Все немножко перемешаем. Соль, манка, дрожжи, и молочко. Молочко у меня вместе с пенкой. Все хорошо перемешиваем и будем добавлять муку. Расчет продуктов я напишу в описании под видео. Сначала добавляем понемножку, перемешиваем все и по необходимости добавляем остальную муку. Мука у меня уже заранее просеянная. Замешиваем мягкое тесто. Вот такое хорошее у нас тесто получилось. Теперь я делю его на три части. Большой кусочек мы убираем в чашку на подъем. В маленький добавим 1 столовую ложку какао-порошка. И все хорошо нужно будет перемешать, чтобы все смешалось, какао вместе с тестом. Чтобы у нас было одинаковое тесто по плотности, я добавила 1 столовую ложку молочка. И опять все хорошо перемешиваем. Наше тесто с какао мы тоже убираем отдельно в другую емкость на подъем. И пока будет подниматься наше тесто, мы приготовим начинку. Я взяла 200 грамм творога, добавила 1 столовую ложку сметаны, сахар. И все хорошо нужно взбить погружным блендером до однородной массы. Начинку вы можете брать любую, можете взять повидло или джем. Тесто наше уже поднялось, и нам нужно будет разделить его на 12 кусочков. У нас будет 12 булочек. Тесто получается очень нежное, с ним очень приятно работать. Сначала разделим вот на кусочки, а потом нужно будет скатать их в шарики. И дадим подъему минут 15. Прошло 15 минут, и я раскатываю тесто. Диаметр формы у меня 28 сантиметров будет. Посередине разрезаю, укладываю нашу начинку из творога и заворачиваю в форме рогалика.
Вот так сейчас будем делать все наши булочки. Тесто такое хорошее, что даже не требует никакой подсыпки муки. Вот мы приготовили все наши рогалики. Тесто с добавлением какао нам нужно раскатать в длинный прямоугольник и нарезать их на 12 частей по количеству наших булочек. Я сначала сделала надсечки, потом разрезала на 12 частей. Теперь каждый наш рогалик нужно обмотать тестом, которое добавлен какао. Так, в форме зебры. И укладываю в форму. В форму у меня влазит 8 булочек, остальные 4 я сделала в другой форме. Я дала им подъема 20 минут, а сейчас смазываем желток и столовая ложка кефира. Выпекалась наша красота при 160 градусах 35-40 минут. Смазываем горячим сливочным маслом. Вот такая вот вкуснятина и красота у нас получилась. Обязательно приготовьте такие булочки. Булочки долгое время остаются мягкими и нежными. Ну, конечно, надолго у нас не задерживаются. Ну, вот такие вот очень мягкие булочки получаются. Внутри они получаются как слоеные. И нежная начиночка из творога. Всем приятного аппетита! Спасибо, что вы были со мной!